И всем привет! Сегодня в Мелани вышло обнова. Ну, как сегодня? Ну, не сегодня, но сегодня. Да, в общем, сегодня вышло обнова. Сначала ее добавили на этот самый, на iPhone, а потом на Android. Обновление будет, наверное, очень крутое. Сейчас мы на него сделаем обзор. Да! Ну что, поехали. Первое, что я заметил, это то, что нам добавили вот такую циркулярку. Вот такую циркулярку нам добавили. Прикольную довольно. Циркулярку. Я всегда хотел, чтобы в Мелани было прям какое-то такое супероружие, которое просто будет резать тебя. Добавили вот такую болгарку. Циркулярку. Такую вот болгоциркулярку. И она мне понравилась, в принципе. Она прикольная. Вот смотри, как она порезала ему ноги. Ну, мне. Я превратился в лимон. Ну, хорошо, прикольно, прикольно. Еще добавили вот эту вот кнопку возврата. Ее добавили. Если мы ее нажмем, у нас удалится то, что мы поставили последним. Да, например, стерлись ботинки, штаны, вот эта вот кофта и кепка. Ну и сам, в принципе, персонаж. Добавили вот такую вот кружка-мёд. Кружка-мёд добавили. Не знаю, это шутка от разработчика, наверное, какая-то. Ну, прикольно выглядит. В принципе, выглядит как обычный хронотомёт. Как вот такой вот обычный гранатомет, но стреляет чашками. Давайте протестируем. Так, не на тыковых, не на тыковых. На тыковых же нельзя. Смотри, а чашки-то убивают. Стригову даже оторвало. Вот смотри. А чашки-то эти убийственные, получается. Хорошо. Давайте дальше. У нас добавился вот такой вот гранатомет. Прикольный. Бам. Все, и череп только от этой кукурузы остался. Дальше. О, вот это вот уже круто. Смотри, давайте сначала протестируем вот эту бомбу. Давай посмотрим, насколько она сильная. Бам. Все, она полностью уничтожила Мелани. Осталась только ножка от него. Ну и в конце концов это бомба. Бам. Смотри, что от него осталось. Смотри, а лапка-то выжила полностью. Лапка-то выжила его. Нога-то его выжила. Ребята, можете не беречь свою ногу. Это какая, левая или правая? Это левая. Не, это правая ногу. Это правая нога. В общем, можете ломать свою правую ногу, вы ее никогда не сломаете, ребят. Потому что, вот смотрите, у этого Мелани она бронированная. Нереально, что ли, бронированная? Нет. Хорошо, следующее, что нам добавили, это механизмы новые. Гироскоп и колесо мы видели, вот такую вот ракету мы видели, поршень и кнопку тоже видели. Но мы не видели с вами вот такой вот пропеллер. Уи! И не видели с вами вот такое вот крыло. Вот, нам добавили крыло. Теперь получается с пропеллером и крылом можно создавать вертолеты и самолеты. Рейнджер я вообще не знаю, что такое. Вот смотрите. Вот я его активирую, из него идет какой-то луч. Если мы направим его на какой-то механизм, то он загорится лампочка красным. Мне кажется, это показывает, рабочий он или нет. Следующее это рычаг и вот такая вот кнопка.
Это вот все можно заморозить. Вот так вот. Мы можем нажимать на эти кнопки и рычаги. Мне кажется, рычаг и вот такая вот кнопка будет поудобнее, чем вот этот, потому что она постоянно залипает, заклинивает, вообще неудобно, короче. Рычаг, мне кажется, будет самым лучшим. Лучше, чем кнопка будет. Рычаг будет лучше, чем кнопка. Дальше нам добавили. А больше нам ничего такого и не добавили. Но говорили, что еще добавят разрушаемость каких-нибудь блоков. Давайте сначала посмотрим, как разрушаются такие блоки, которые мы уже видели. Ну, и они разрушаются. То есть. Вот, это вот эти вот блоки у нас только разрушались. Это была палка, стекло и вот такая вот кирпичная стенка. Теперь, ну, у нас еще разбивались вот эти вот блюда. Вот эти вот, короче, вот эти вот штуки, ну, вот эти вот бутылки всякие, там, кружки. Теперь у нас должен, по идее, ломаться стол, да. Стул. Что там еще должно ломаться? Коробка. А бочка вроде не должна. Да, бочка не ломается. Прикольно, прикольно. И, кстати, теперь можно переместить, ну, вот эти вот все моды, которые мы скачиваем. Вот эти вот все. Их можно теперь просто скачать. То есть, ну, из интернета, то есть, ну, я скачиваю из Телеграма просто. И теперь их можно переместить в папку Save через Melon Playground, то есть. Ну, никаких проблем не должно возникать, по идее. Не, ну, прикольно. Прикольно. Это была классная обнова. Еще тут какой-то секрет, говорят, добавили. Но я не знаю, что за секрет. Я его еще не видел. И да, кстати, забыл сказать. Вот сейчас, если мы возьмем, допустим, чайник, вот, мы его можем сделать теперь неубиваемым. Если мы нажмем эту кнопку, то она, то есть, все. И опять добавилась кнопка парит. Ну, то есть. Ну, parent. И ее убрали в 9.0 и вернули в 10.0. Эта кнопка очень классная. Не знаю, что ее убрали. Она классная. Ну ладно, вот такой вот получился обзор. Всем спасибо за просмотр. И пока!